Меня зовут Макс. И в эту безумную ночь, прямо здесь и сейчас, я совершаю преступление. У всех вас я краду немножко времени. Но у меня нет другого выбора, потому что здесь находится другой человек, совершивший еще более серьезные преступления. Хвостик, ты украла мое сердце. И ты об этом знаешь. Я безумно тебя люблю. И перед всеми этими людьми я хочу спросить у тебя только одну. Василина, станешь ли ты моей женой? That was a message from one of my fans who's proposing to his girlfriend tonight. I hope she said yes. Are you doing on this tonight, Pirate Station?